Смотрите сегодня на телеканале «Липецкое время» сразу после утреннего шоу «Будильник» в 9:00 художественный фильм «Красавец-мужчина». В вечерней сетке канала «Липецкого времени» произошли изменения. Главные новости региона в 19:00, а сразу после них аналитическая программа главного редактора Михаила Шершакова «Побеседуем». В 19:45 впервые на нашем канале самая уютная передача «Мы дома». Премьера уже сегодня.